Добрый вечер, мои дорогие друзья. Вы опять на канале Домовой Михалыч. Есть песня у Ларисы Долиной. Важнее всего погода в доме. Но, как мне кажется, нам не только в доме погода важна, но важна и погода на улице. Поэтому сегодня мы с вами рассмотрим вот такую вот станцию, метеостанцию «Умный дом». Вот она, смотрите. Я ее еще не открывал. Давайте мы ее сейчас с вами откроем, посмотрим, подключим, установим. И дальше вы уже принимаете решение, надо вам это или не надо. Поехали. Значит, открываем коробку. Так, это, я понимаю, датчик. Это блок питания. Это еще один блок питания. И это сама станция. Все, больше ничего здесь нет. Да, есть вот такая маленькая инструкция. Самое главное в этой инструкции, что она на русском языке. Но русские люди инструкцию не читают, они начинают устанавливать так, как понимают сами. Значит, вот такая вот станция. Вот что она из себя представляет. Сразу убираем вот эти вот штучки. Значит, здесь необходимо установить батарейки. А батарей в комплекте нет. Прошу сразу же это учесть. Так, вот так выглядят датчики. Датчики наружные, и их необходимо устанавливать на улицу. Ну, если мы хотим знать температуру на улице, потому что температуру в доме показывает сама станция. Здесь также нет батареек. Значит, необходимо нам найти такое количество батареек, которое нам необходимо. Сейчас мы будем с вами искать, есть ли они у нас дома. Так, ну что, друзья, вот у нас есть пару батареек. Установим их в один датчик. В датчике, значит, имеются переключатель градуса Цельсия или Фаренгейта. И плюс канал, первый, второй, третий. То есть на один из этих каналов необходимо установить этот датчик. Значит, устанавливаем батарейки. Вот. И сразу у нас вот включилось табло. Видите, да? Которое показывает температуру в градусах Цельсиях плюс влажность. Пока хорошо, значит, канал здесь первый установлен у нас, поэтому мы с вами пока его поставим. Вот, он включенный. Значит, берем саму панель, саму метеостанцию, не будем пока устанавливать батарейки. Батарейки в этой метеостанции нужны для того, чтобы при отключении электроэнергии все параметры, все установки сохранились. Вот такой блок питания, довольно-таки длинный провод. Сейчас мы его подключим. Подключаем питание. И вот, пожалуйста, смотрим, он начинает загружаться. Так, в настоящий момент он у нас показывает 24,8 градуса, 54% влажности. Как мы с вами видим, моргает Wi-Fi. И вот здесь у нас показывает давление.
Значит, нам необходимо подключить его к Wi-Fi. Давайте будем подключать. Для того, чтобы подключить его к Wi-Fi, нам необходимо скачать приложение. Значит, открываем. Сейчас мы включим запись экрана. Запись экрана пошла. Берем QR-код. Также QR-код есть и на коробке. Ага. Так, смотрим. Открыть приложение. Скачать и установить. Так, открыть. Регистрация. Согласен. Все разрешаем. Добавить устройство. Плюс. Климат. Станция. Они. В 20 сантиметрах друг от друга. Завершено. Значит, вот у нас что показывает здесь. 7 градусов это показывает на улице. Я так понимаю, это информация из интернета. Комнатная температура 25,7. И температура на датчике 27,1. Значит, какой результат данного гаджета, что и датчик, и сам прибор, сама метеостанция соединяются автоматически. Плюс у нас с вами еще есть приложение, с которого мы можем с любой точки мира посмотреть, какая температура у нас с вами сейчас в комнате и какая температура у нас с вами на улице. Плюс у нас есть еще второй датчик, поэтому мы можем расположить датчики в разных сторонах квартиры. С одной стороны, с другой стороны дома. И будем видеть, какая температура, в принципе, у нас средняя на улице. Вот, наверное, все пока, что я хотел рассказать про эту метеостанцию. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ну или дизлайки. Всем пока-пока.